Участникам специальной военной операции из Башкортостана планируют выдавать сертификаты на образование. Соответствующий проект постановления правительства по поручению главы республики разработал региональный Минтруд. Он находится на стадии публичных консультаций на портале обсуждения нормативно-правовых актов. Согласно документу, сертификаты будут действовать в организациях доп. Образования на программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и профобучения. Получение высшего и среднего специального образования в рамках сертификата не допускается. Максимальная сумма его номинала составит 50 тысяч рублей. Участники спецоперации смогут самостоятельно выбрать программу обучения и подготовки из реестра организации доп. Образования. Планируется, что для получения сертификата нужно будет подать заявление в Центр занятости либо через портал госуслуг.